чудо-техника. Вот это ставил. Друзья мои, мы находимся в Центральном доме художника. Вот это. Вот Светлана. Света Бондарчук-Харченко. Мы только что... Правильно я сказал? Мы только что сняли прекрасное интервью, которое выйдет на канале Света вокруг света. Я скажу, что это не интервью, это разговор. Это самое важное. Мы делаем разговор. Запомните, пожалуйста. Так. Вот так будет получше, наверное, да? А я думаю, почему я такая в тумане? Вроде ничего не пила. Ну что, ребятишки, девчонки и мальчишки, представляете, да, закончилось одно, а началось другое. Мы на радио «Комсомольская правда». Передо мной сидит красавица, умница, комсомолка. Павлик. Тина Канделаки. Павлик. Павлик самый красивый, Павлик самый любимый. Павлик. Сейчас будешь меня провоцировать, нет? Павлик. Как будешь? Тебя можно провоцировать? Ты уже спровоцирован на последние 20 лет. Тотально. Вакцинирован и провоцирован. О, мне только что звонили. Блять. Это, Ребзо. Ну, короче. Итак, едем, все. Погнали. Павлик, а ты знаешь, я вот никому никогда не говорила, а мои все татуировки практически сделаны у Павлика дома. Ты знаешь, что... А ты вообще это знаешь, что у меня дома, у тебя дома меня всегда бьет Игнатьев? Игнат, ты знаешь, да, что послезавтра, 31 числа, по-моему, послезавтра, да, ему 50 лет исполняется. Я еду в Питер на днюшку. А, вот так вот даже. А я его жду, мне сказал, что он возвращается в Москву скоро. Так ты его и привезешь мне, я так понимаю. Я его привезу для тебя. Он, ты понимаешь, да, что всем моим детям сделал татуировки. Твоим будет делать? Возможно. Кстати, рекомендуем, друзья. И наше интервью на радио «Комсомольская правда». Не пропустите.